Знакомство с Фрименом. Раньше мне приходилось много говорить. Общежитие для персонала, НИИ «Черная Меза». Но это было до инцидента. Потом был сам инцидент. А сейчас случай, о котором лучше вообще промолчать. Доктор Рейнольдс, у нас сигнал бедствия сектора С. Им нужны врачи. Хорошо. Входите, сейчас оденусь. Электричество хана. В нескольких секторах еще держится, и все. Там фонарь есть. В шкафу. А дежурные врачи чем заняты? Я только с 20-часовой смены. Известно только, что в лаборатории аномальных материалов что-то пошло не так. Сказали, требуются все врачи и охрана. Вернее, они не сказали охрана, они сказали огневая поддержка. Остальных направили в сектор А, на аварийную станцию связи. А у меня приказ собрать врачей. Бля! Это не ее кровь. Вы ранены? Что конкретно тебе там сказали? Больше я ничего не знаю. Это кровь охранника. Уоллеса? Он не сказал, как его зовут. Другой охранник. Его тоже отправили за медперсоналом. Эти твари. Как они выглядят? Это какие твари? Ты чё молчал, если что-то знаешь? Все, что я знаю, они не люди, понял? Они сказали, возьмут ситуацию под контроль. Ну, а я скажу, что ситуация нихера не под контролем. Слушай меня. Этот охранник, что бы это ни было, оно не просто убило его, оно как бы поедало его.
Чё за нахер? Стреляй, стреляй! Запас на исходе. Черная меза. Майкл Уоллес. Охранник. Не пора ли отсюда убираться? Спасите! Спасите, помогите. Я же из гражданских. Черные меза. Они просто убивают. Все и вся, да? А ты неразговорчивый, да? Эй, тебя хоть зовут как? Фриман. Гордон Фриман.